Тепло покинуло хабаровские квартиры. Радиаторы начали остывать не только в жилых домах, но и в медицинских, детских и социальных учреждениях. Конец отопительного сезона многие жители краевой столицы ожидали еще в конце апреля. В последнее время в доме достаточно тепло, поэтому отопление можно было бы отключить даже в первых числах. В 2014 и 2015 годах отопительный сезон заканчивался 28 апреля. В этом году кипяток по батареям хабаровчан циркулировал дольше на неделю. Условием отключения тепла в домах считается стабильный плюс на улице. Больше 5 дней с дневными показателями температур от 8 градусов выше 0. В этом году подготовились наши предприятия все хорошо, поэтому отопительный сезон прошел без сбоев, спокойно. Тепло в квартирах края обеспечивали 448 котельных и 64 дизельных электростанции. Сразу по окончанию этого отопительного сезона энергетики приступают к подготовке к следующему. Специалисты составили план опрессовки хабаровских ТЭЦ. Первая опрессовка будет с 10 числа, сразу после праздников, это зона ТЭЦ-2. Следующая под опрессовку через неделю встает зона ТЭЦ-3. И последняя перед днем города проведется опрессовка по зоне ТЭЦ-1. На время гидравлических работ дома, попадающие в зону ТЭЦ, останутся без горячей воды. Во время опрессовки специалисты выявят порывы и неполадки сетей. До начала следующего отопительного сезона, 1 октября, у энергетиков будет время устранить их, чтобы жители краевого центра встретили холода в теплых квартирах. Надежда Лаврененко, Дмитрий Еремин, Хабаровская студия телевидения.